Всем хулиганам здравствуйте, с вами я, Домер. Сегодня я собрал 100 игроков на сервере и поставил против них лучшего билдера в Майнкрафте из всех, что я когда-либо встречал. И чтобы вы понимали, ему предстоит сразу сразиться со 100 игроками, продемонстрировав свои умения создавать масштабные постройки, на строительство которых игрокам будет предоставлено 5 раундов и много часов. Ну а победители определят судьи, которые будут объективно оценивать постройки после каждого раунда. Офигеть, он реально это сам построил? А тот, кто выиграет по сумме раундов, получает 10 000 рублей. Но перед этим, как только вы набираете 100 тысяч лайков, сразу же выходит 100 игроков, так что продолжение зависит полностью от вас. И если ты хочешь попадать на съемки, то подписывайся на мой телеграм-канал и заходи на лучший гриферский сервер Real World. Именно там мы и снимаем. Ну и самое главное, не забывайте про подписку и колокольчик, наша цель 4 миллиона. Если ты подпишешься на мой канал, это будет лучший подарок мне ко дню рождения. Оно у меня через 23 дня. Ну а я вам желаю приятного аппетита и мы начинаем. 100 игроков уже готовы соревноваться против чемпиона мира, и на первую постройку у них будет ровно 1 минута. А выбирать мы будем с помощью вот этого вот добряка. Тинк! Смотрите, ваша задача будет прямо сейчас построить карандаш за 1 минуту. 3, 2, 1. Все, время пошло. Ваша задача построить максимально быстро карандаш. Так, я, конечно, все ожидал, но чтоб 100 игроков начинали строить разные карандаши, я такого не мог ожидать. Ну ладно, ладно, в принципе. Я думаю, в конечном итоге какой-то карандаш да получится. В любом случае, прошло уже 15 секунд. Интересно, какой же, конечно же, карандаш построить чемпион мира по постройкам. И, слушайте, на самом деле, если они так скооперируются, они смогут построить реально красивый карандаш. Правда, если они уберут вот эту розовую постройку, у вас остается ровно 30 секунд на все это, поэтому я бы на вашем месте как можно быстрее поторопился. Тут у вас еще разные карандаши, конечно. Так, остается 18 секунд, так что нужно как-то вместе сосредоточиться и сделать один общий карандаш. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, время вышло. Ну, в принципе, карандаш за 1 минуту у них получился огроменный. А теперь давайте глянем, что сделал наш чемпион мира. Ёж трендуш, вы посмотрите просто-напросто на это. Как он успел за 1 минуту сделать карандаш, который рисует на листочке, и еще карандаш, который лежит рядом. Мне интересно, что он сделает за 5 минут, а? За 10 там. В любом случае, сейчас эти две постройки оценят наши судьи, и мы узнаем, кто победил в первом раунде. А свое мнение пишите в комментариях. Итак, я провел межгалактическое совещание со своим внутренним я, и считаю, что в постройке номер 1 все-таки победил карандашик справа. Просто потому, что он аккуратно выглядит, а слева, несмотря на то, что там огромное количество людей, что-то с этим карандашом явно не так. Его как будто погрызли крысы. Ну, я посмотрел на эти постройки ровно 2 минуты, и что я могу сказать? Первая постройка, которую ты мне скинул, первый, логично. Посмотрел на нее, и если бы ты не сказал, что это карандаш, я бы даже не понял, что это карандаш. Сделано очень странно, непонятно, как по мне, а вот, ну, вторая постройка простенько, но понятно, поэтому отдаю победу, пожалуй, второй постройке. Ну, смотри, на самом-то деле мне понравился второй карандаш, он тут просто похож на настоящий карандаш, который действительно пишет. Ну что ж, второй раунд. Я думаю, у 100 игроков будет шанс отыграться. Мы нажимаем на нашего добряка, ахавай-махавай, и нам выпадает рюкзак. И на постройку этого рюкзака у них будет ровно 10 минут. Но я думаю, с рюкзаком они точно смогут победить. Хотя сейчас узнаем. 3, 2, 1. Все, время пошло. Можете начинать строить. Я немножечко даже удивлен от того, какой они собираются рюкзак сделать. Каким именно не размером его будут делать. Может получиться что-то прекрасное спустя 10 минут. А может получиться каша мала. Сейчас вообще посмотрите, это какой-то рюкзак мутант. Тут они из обычного карандаша решили сделать рюкзак. Как вы понимаете, он универсальный, потому что они замутили сразу несколько лямок, чтобы удивить вообще всех и вся универсальностью своей. Намутили всякие буковки. Написали какой-то ломс, потом замутили еще сверху, смотрите, там даже внизу есть такая голова шикарная, потом снесли это все, поставили сердечко, нарисовали YouTube значочек, потом поняли, что лямки им вообще здесь не нужны, и по итогу получился вот такой аппарат, который называется рюкзак. Чтобы вы понимали, этот рюкзак они сделали за 10 минут. 10 минут! Посмотрите, каких он просто-напросто размеров. Какие здесь лямки, какие тут есть всякие приколы. Он весь в стикерах. Тут, чтобы вы понимали, они даже умудрились заснуть бутылек с водой. Вы представляете? За 10 минут сообща они сотворили вот такой вот рюкзак. Я даже не знаю, кто сможет противопоставить чемпион мира против такой постройки. Офигеть. Тут еще вот просто посмотрите на этот рюкзак. У меня нет других слов. Ладно, давайте посмотрим, что он сделал.
Ладно, так, ну слушайте, я, честно говоря, ожидал, конечно, большего какого-то вау, чем нежели такой рюкзак, но в любом случае за 10 минут он у него получился такой детализированный, получается тут еще всякие приколы, вот здесь можно открыть, посмотреть, в любом случае, как бы, для сравнения, вот два рюкзака, какой вам нравится больше, пишите в комментариях. А сейчас оценка наших судей. Глядя на синюю постройку, я подумал, что это терминал. Я сначала не понял, что это рюкзак. Но смотрится масштабно. Круто, масштабно, много деталей, но это не похоже на рюкзак. А справа очень даже похоже. Поэтому я отдаю свою победу, как говорится, минимализм. Ну, смотри, синий рюкзак, он гораздо больше детализирован. И он больше. И строитель вложил в него больше сил и времени в постройку, и получается то, что ну, справедливо будет отдать свой голос ему, а зеленый это обычный простой рюкзак из реального мира, вот, поэтому я голосую за синий. Так, ну смотри, на самом-то деле здесь мне нравится постройка, которая слева, где кнопочка YouTube или что это выглядит прям офигенно, вот честно скажу, такое ощущение, как будто это должно было быть обновление в Fortnite. Вот правда скажу, очень классно. Ну слушайте, ничья, я удивлен. Поэтому прямо сейчас следующий раунд. И нам выпадает глобус. Глобус, ну слушайте, здесь возможно шансов больше из 100 игроков, потому что они могут за 30 минут построить шикарный глобус. Но и чемпион мира может тоже их всех удивить, потому что времени будет 3 раза больше, чем в прошлый раз. Поэтому давайте приступать. А тут у меня немного зависный реплей мод, поэтому старая постройка сохранится, но тут они решили замутить не обычный глобус, а обобус. Они решили сделать его, якобы он вырастает из дерева. То есть глобус дерева. Они его сделали, ну, немного непропорциональным. Оно как бы не страшно. Глобус как бы и в Африке глобус. Главное, чтобы было понятно, где земля, где вода, где там тут осёта. Еще сверху посмотрите, солнце что-то замутили рядом. Почему бы нет? Корни пустил наш глобус. Деревья посадили. Глобус, обобус, автобус. Кому надо, приходите, заезжайте. И на самом деле глобус прекрасный получился. 30 минут прошло, и давайте посмотрим, что за глобус смогли сотворить наши 100 игроков. Здесь даже жители живут на этой планете, чтобы вы понимали. То есть это настоящий деревянный глобус, который вырос из ствола дерева. Вы посмотрите, на самом деле получилось очень даже неплохо. То есть здесь и облака они сделали. Вот что это солнышко или что это такое. В принципе, сама постройка мне нравится. Сейчас посмотрим вообще, что за это время успел сделать наш строитель. Ничего себе, вы просто посмотрите на этот глобус, что он из себя представляет. То есть он полностью как бы сделал платформу, то есть по факту как настоящий глобус из реальной жизни. За полчаса он его в одиночку сделал, нормально так, но в любом случае сейчас победу определят наши судьи, а свое мнение можете написать в комментариях. Слушай, знаешь, вот здесь вот мне очень сильно нравится квадратный глобус такой. Он вообще офигенно выполнен. Я не знаю, вот кто это строил. Это просто офигенно. Мама мия, там глобус один перекосило. Если это глобус, я фея Винкс. Что это вообще такое? Это какой-то непонятный квадрат с разными цветами. Нет, я, конечно, очень ценю старания людей, однако все-таки вот справа реально удобный, аккуратный глобус. Ну, тут я даже думать не буду, только потому, что Земля круглая, следовательно, и глобус тоже должен быть круглым. А тут две постройки, и только одна из них круглая, поэтому я отдаю голос за круглый глобус. Глобус, да. Глобус. Ну что ж, пока лидирует строитель, но как бы все мы знаем, что в любой момент ситуация может измениться. Поэтому ахалай-махалай! И нам выпадает конструктор Лего. Сейчас на постройку у них будет ровно 1 час. То есть игроки могут за 1 час построить вообще сумасшедшее, как и наш чемпион мира. Поэтому давайте начинать. У меня снова завис реплей мод, а за это время они сделали 1 лего-блок, 2 лего-блока, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и вообще много всяких лего-блоков. Даже справа человечка сделали, который что-то собирается кушать из лего-блока. Даже вот здесь вы посмотрите, такой милый добряк стоит. Оп, выделили немножечко надпись лего. Там даже я стою, посмотрите. О мой бог, вот это да, вот это поворот. Они сделали еще больше лего-блоков всяких, которые поставили на этой платформе, сверху еще один поставили, потом еще слева поставили всяких разных человечков из лего. О мой бог, прошел ровно 1 час, и вы посмотрите, что сотворили игроки. Это целый лего город, чтобы вы понимали. Здесь лего человечки, даже есть лего домер, вы представляете. Сзади здесь вообще отдельное искусство. Здесь тоже получается лего всякие блоки,
здесь еще вот такой вот человечек, который показывает лайк. Так что ставьте лайк, и будет обязательно еще 100 игроков. Например, 100 тысяч наберете, и будет. Потом вот такой вот мужичок, который с пистолетом на тебя направлен. Американские горки. Да и вообще, в целом, мне эта постройка нравится. А теперь давайте глянем, что сделал чемпион мира. Ну, слушайте. Сидит вот такой вот ребенок, у которого в руках есть лего. Здесь, получается, у него коробок открыт с лего. И перед ним находится как раз-таки лего. То есть тут интуитивно все понятно. Как бы со стороны сейчас у меня немножечко даже не прогружает. Вы можете посмотреть. Вот. Ну, сами понимаете, судьи сейчас все решат. Ну, вот здесь мне нравится постройка, которая слева. Она прям вообще кайфово выглядит. Прям реально как будто челик сидит, там лего собирает, и весь набор из лего еще не достал. По деталькам сидит, там что-то разбирает. Прикольно, прикольно. Ну, тут мне больше понравилась левая постройка, только потому, что там есть логотип. Лего вот это вот красно-желто-белый, ну, вот с этой белой надписью на красном фоне. Ну и плюс, если постройка заключается в конструкторе лего, то слева это показано гораздо лучше. Справа же гораздо лучше проработан ребенок, а не сам конструктор. И плюс справа логотип не оригинальный. Поэтому отдаю голос за левую постройку. Я бы, конечно, проголосовал за красивого мальчика справа, но слева гораздо эпичнее. Посмотри, там целый лего-мир, а там чувак справа, ему явно одиноко. Поэтому, ну, выиграла команда слева. Я, конечно, не ожидал такого, что будет ничья. Счет 2-2 и побеждают 100 игроков в прошлом раунде. И сейчас решающий раунд. Кто же победит? 100 игроков, либо чемпион мира за главный приз в 10 тысяч рублей. Поэтому ты и последняя постройка — это машина. На эту постройку у вас будет ровно один день. 24 часа. Вы рады? Да я вижу, что вы рады. Да чё вы... Чего вы сразу начинаете? Можно вообще такую крутую постройку сделать. Поэтому время пошло. Они уже построили половину бибики, и тогда я вспомнил, что я забыл включить запись, и вы посмотрите на это произведение искусства. Это как бы, ну, машина, скутер, машина, мотоцикл. Они поняли это и решили ее немножечко удлинить, снести нафиг руль, потому что он здесь, в принципе, не нужен. Хотя, может быть, и нужен, кто его знает, им же и решать. Поэтому решили, что этот автомобиль будет у них BMW. Потом взяли шашку такси, я не понимаю, зачем BMW такси. Хотя, ну, можно и понять тоже их. Потом поняли, что крыша нужна на машине. Посмотрите, даже дорогу сделали. Там даже знак стоп есть. Вы посмотрите, вообще нормально они крутятся, вертятся. Вообще машины производства 100 игроков хорошие на самом деле получается. И по итогу они мне сказали, что им 24 часа не нужны. И решили закончить в разы раньше. А вот строителю понадобилось 24 часа на постройку. У меня нету слов, одни эмоции. У них вот такая вот машина получилась. Диски от BMW, как вы понимаете, светофор. Даже поезд мимо проезжающий. Тут даже какой-то вот, как бы, я не знаю, что это. Ребенок вообще дорогу переходит. Ну, короче, что у нас получается по машине. То есть машина у нас BMW, тут тоже еще светофор. Здесь внутри BMW они замутили целый дом, чтобы вы понимали. Вот всякие тут приколюхи. В принципе, как по мне, получилось неплохо, даже очень. И сейчас глянем, что сделал строитель. Обалдеть, у меня нету других слов. У меня эта машина даже не прогружается. Вы посмотрите, сколько здесь деталей. То есть он даже, получается, на номерах написал свой никнейм. Боже ж ты мой, какие диски. А ну... Он даже умудрился сделать салон! Обалдеть! Получается, здесь бас-бус. Ну, слушайте, выглядит очень клево. А ну, и зеркала, боже мой. Тут, получается, еще и спойлер сзади. Мать моя женщина. Капец, просто я в шоке. У меня нету других слов. Но сейчас посмотрим, что скажут наши судьи. А за такое, я думаю, можно поставить лайк и подписаться на канал. И финальный этап. Кто же из них все-таки победил? Я решил сделать судей вас в своем телеграм-канале, закинул, получается, фотографии двух построек, и сейчас момент истины, кто же все-таки побеждает. Тарарам-тарарам. И по итогу нашего опроса 79% за постройку, которую построил чемпион мира по постройкам. И он, получается, выигрывает со счетом 3-2 против 100 игроков. Ну, слушайте, достаточно неплохой счет, я бы даже так сказал. Набирайте 100 тысяч лайков, будет обязательно еще 100 игроков. Не забывайте про подписку и колокольчик. Почему я черный? Это будет лучший подарок мне на день рождения. Этот ролик мы снимали на моем сервере, IP будет в описании. А если ты хочешь узнать, как я загипнотизировал своего друга, то посмотри это видео справа. Всем пока!